кому как удобно. То есть мы вот так его. То есть как мы же катаем шарик, точно так же мы его катаем. В следующий раз так же загнули, если у нас длинный, мы вот так поправили, да? И еще раз. Видите, вот палик должен быть толстый. Потрогайте. Поднимается потом. Точно становится. Понимаете, то есть валик. И чем плотнее валик, тем лучше у вас будет батончик. Пышнее и красивее. Понятно? То есть я его еще вот раз. Вот так вот. Сделала, да? То есть торговала. Просто он у вас очень маленький, да? И вот я его выдавила. Посмотрите, то есть вот таким образом. И у меня уже толстый валик. И только после этого я его соединяю. И когда вы соединяете батончик, у вас вот этот шов должен быть абсолютно идеально прямой. Если он будет кривой водить, то у вас потом весь перетут. Понятно? То есть если вы защипали, к примеру, вот так, да? То у вас он потом так весь разрывается. Вовремя. Понятно? И еще нужно еще вот так вот его можно немножко подкачать. Пробуйте, я буду. Давай, я не буду делать, ты будешь делать. Я буду делать. Я еще чуть-чуть не делала. Я тебя и жду, потому что работать-то ведь вам, я-то сделаю и уйду. Ой, сейчас все придут, а я не знаю. Вы не работали? Thank you.
Сразу ехать.
уже перестаю, да? Понимаешь, я вам давно не могу сказать. Подключи к ней тележку, нет смысла. Thank you.
Готов?